Всем привет и спасибо за то, что у меня 4 подписчика. Я вам очень рад, потому что у меня подписчиков не так много. Спасибо вам за то, что вы подписались. Пишите в комментариях, я досмотрел. По машинам я видео не смогу снять, потому что у меня сбились настройки. Может, следующее видео будет про машину уже. Но сейчас нет. Кстати, вы можете обратить внимание, что у меня русский язык. Видите? Я просто в настройках поискал. Так что давайте песочницу. Уровни все мы уже прошли. Вот бы Трамп. Почему? Есть те, кто по-английски. М16, так? Тут все, а вот тут уже будет батарея. Бар. Мушкетер. Видите, тут уже теперь понятно стало. Даже когда камера мне заслоняет, я вижу, кого я выбираю. Тэквондо, я знаю, как оно выглядит. Колесница, щитоносцы, копейщик. И викинги. А давайте? Давайте. Два копьеносца против топорщика. Три. И причем копейщики — это те, кто стреляют. Вот, нет. Копейщики — это те, кто ходят. Они 140, а копьеносцы — это, видите, они стреляют их уже. Как не убили его. Давайте так. Один топорчик против. Против. Двух самураев. Мы тебе сейчас мечи в задницу под свои. Отлично. Прикольно это сейчас было. А почему он побил его и сдох? Не, давайте еще раз. Я уже не хочу узнать, что будет. Бух. Отбил одному. А вот теперь он победил. О, а что если... Ему хана. Что если... Вот столько самураев. Мы его задницы поотрубаем. Бух. Один, минус один. Минус один и минус один. Минус три. Мы победили его. Нет, так нечестно. Он думает, он. Но мы сделаем, как он хочет. Честный бой. Где? Где наш топор? Где топорщик находится? Вот здесь. Давай два топорщика. Давай с братом своим бы такие ходили по лесу, наткнулись на маленьких. На маленьких пацанов. Не хочу говорить плохие слова. Не говорю я их. Я крутой пацан. Крутые пацаны не говорят плохие слова. Батарея. Крути. Батарея, это же так круто! Сейчас фаталити будет. Давай. В тебя прилетит. Или в тебя. Бух. Давайте. Я когда смотрел это сам, когда еще у меня не было канала, я тогда делал так вот. Смотрите, если он дойдет. Не, он не дойдет. Он нас поближе чуть-чуть поставить. Что? Бубух. Значит, вообще демон крутой. Ставим вот сюда Изанта, чтобы его еще рассмотреть. Но он же вообще крутой, из него дым идет. Обкурился, видимо.
красным дымом. Что ты делаешь? Отличный проход, в стенку иди, давай. Нет. Давайте лучше вот этого против Трампа. Трампачок. Я хочу посмотреть, как он будет сражаться против стены. Так, отлично. Лайки поставлю. Крутая битва. Он просто взял и убил его. Круто. Это же такая крутая битва, когда он взял и убил его. И все, и битва закончена. Круто же это. Нет. Нет, так не сработает. Чтобы победить его, нужно 100 Трампов. Если вы думаете, я не знаю, кто такой Трамп, то вы ошибаетесь. Это президент Америки. Ну да, нет, не сработает. Надо еще больше Трампов. Трампы! Если они сейчас не победят Dark Peasant, то я просто в шоке буду. Как такая вот армия не может победить Dark Peasant? Чего вы летаете все? О, ему хана. Только скажите мне, что нет. Харе болтать свою. Да, такая армия, она застреляет его к чертям. Что его, от него вообще ничего не останется. Да, Трамп, такова твоя участь. Что если куча ниндзя-мастеров против вот этого вот? Давайте, закидайте его сюрикенами. Победа. Он победил. А что если просто Азия и тут самур... Вот этот вот. Самурай-мастер против самурая-мастера вблизи. Ой, я даже не посмотрел на это фаталити-то. Бух. Стоп. Надо поставить в другом месте. Где? Где мой самурай-мастер? Вот. Бух-бух-бух-бух. Крутая битва, как они там прыгают, бесят со своими катанами. Кстати, кто сильнее, пехотинцы, которых будет 500 на 500 очков, или самураев на 500 очков? Стоят они одинаково, по 50. Давайте, у всех мечи, все мещенки. Не, самураи сильнее. Самураи они круто убивают, они такие идут и... Ща. Ой, катану. Ща. Ну да, пехотинцы. Давайте опять немцы против белорусов. Как вам такая идея? Мне она да, а вам? Крестоносцы. Чего это крестоносцами называют? Лучники, они что, крест носят? Давайте. Лучник немецкий и лучник белорусский. Кто сильнее? Я думаю, вы близко стреляете. Давайте, бух. Синие победили. Все, белорусы сильнее. Против колесницы. Как тебе такая идея? За рулем. Простите, что так говорю, но... За рулем ездит какой-то пьяный мужик. Вы смотрите, как он ездит. Он украл сани у Деда Мороза и тут такой катается. Ты права вообще сдавал? Мне кажется, что он права вообще не сдавал. А вам? Я его на ветку поставлю. Не, у меня на ветке, он здесь стоит. На дерево становись, там сюда куда-нибудь. Сюда встань, да я. О, три сразу. Один из них, правда, упадет. Сейчас я там вот здесь поставить. Фермер. Ты вообще ездить умеешь? Ты через камни ездишь, как ты ездишь вообще? Бух, бух, об дерево врянулся. На права сдавал. Вот поэтому я и говорю, на права ты сдавал. Мне кажется, он пьяный.
наверное, 10 чашек пива выпил. Что он есть такой, катается, вау, и типа держится и туда, и вот туда таскает. И он упал даже, вот съехал с обрыва. Невнимательный пацан. Вот как можно таким быть? А давайте посмотрим настоящую гонку между колесниц. 7 игроков. И тут типа местами боксеры стоят. Они, наверное, на них не будут отвлекаться. Зачем боксеры? Им надо потараниться. Давайте полетайте. Что это было сейчас? Два, смотрите, они сломались. Сломались, понимаете, сломались. Еще один сломался. Давайте посмотрим на этих пацанов, которые как они гоняют, бух, на вас били. Скажите, какой самый смешной юнит в этой игре? Мне кажется, колесница. Сзади чувак болтается. Да, и боксеры не победили, вот одну сбоксировали. А так вот, на самом деле, колесницы проиграли из-за того, что они поразбивали свои носы. Давайте, разбейте свои носы. Это вот за этот огромный камень поставить пушку. Если она выживет, респект ей. Ну, это этих убьют? Нет, надо боксеров убрать. Боксеров убираем. Как же нам жить с этими боксерами? Гонка пьяных водителей. Давайте, пьяные водители. Бух, 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 бух. Да, конечно, победили пьяные водители. Они, конечно, пьяные. Что если против трампов? Вам еще в 100 раз больше будете врезаться, потому что трампы стену строят. Сейчас они вам стену построят. Давайте, я построю великую стену, говорите. Давайте. Не успели построить, значит, одного поставим. Куда вы все летаете? Кого же мне поставить, чтобы они долго так катались, водители эти? А давайте посмотрим, как смешно заряжаются баллисты. Одна баллиста против, ну, против где-то вот бизонтов трех, четверых. Все, давайте. Смотри, как это. Нет, это катапульта смешно заряжается. Он как бух, бух. Я колесница же убрал. Ой, стреляй. Бух. В камень отличное попадение. Стоп, что это у него за супер копье, которое камень насквозь пробило? Респект. Бух, двоих. Финиджил. Двоих сразу, вы представляете? Бух. Отличное попадание в камень. Опа. И ему в рожу зарядило. Это катапульта очень смешно заряжается. Давайте катапульта. Катапульта, катапульта против той же армии. Не, хотя пизнтов чуть-чуть местами. Ла-ла-ла. Ты типа понимаешь. Он висит на этом ядре и... Бух! А, бух! Бух! Такое чувство, что он собирается не снарядом, а собой туда стрелять. Такой держится. Бух! Или вылетает. И вылетает такой. Так нужно себя запускать, а не снаряды. Ты понимаешь? Бух! Давай эпичный, сейчас камень в грудь. Ты чё, косой заяц, да? Бух. Круто. Крутяк. Он его, ну, взял и убил. Хвачха. Хвачха. Хвачает. Чвачхает. Ой, хвачка.
Ля-ля-ля-ля-ля, я поехал. Бух. Отлично, респект. Круто. Это я респект катапульте. Что оно так круто, ну пронимайте, ну круто же, Что если вот столько хвачек? Вы понимаете, ну вот столько хвачек. Снаряд полетел в Сайгоне. Да, нашего белоруса застреляли немцы. Что если мы сделаем так? Не помню, мы так делали в прошлый раз. Но если делали, то еще раз повторим. Хвачка и Чикен Мэн Мэн. Много хвачек. Давайте! Беларусь победил! Белорусские победили. Кто сильнее, самураи? А нет. А давайте посмотрим на настоящий бокс. Сандбокс. Супербоксер против супербоксера. Ничего необычного. Просто битва двух. Джон Сина и Джон Сина. Так Джон Сина дерется. Вот у нас на тэквондо так. Они руками шевелят. Что такой быстрый бой? Сильно атакует, видимо. Сколько у них здоровья? 10 тысяч. Скорость 1000. Скорость атаки. Стоп, они вот так. Они ж вот 0,2 в секунду. А что? Может М16 убить его? Бух. Круто. И все. И быстро так. У кого эта скорость-то 1000? У катапульта, да, у него скорость 1000. А вы знаете почему? Какая еще скорость? А вот такая вот скорость. Вот он и едет. Видите, как быстро? Какой-то скороход катапульта, видимо. Не попади в него. О нет, белоруса убили. Но если она одного белоруса убивает, не значит, что она всех белорусов убила. Поэтому Греция. Греция. Копейщик против шитоносца. Шит. Я же по-белорусски говорю. Только звук, как будто копье реально в щит бьет. Бух. Да ему сзади, вот в затылок копьем зарядили. Разве это не больно? Кто сильнее, копьеносец или копейщик на близком расстоянии? Копейщик. Понятно. Стоп, так он палкой его ударил, а не копьем. Что это за немец глупый? Батарея против... Показать вам ядерный взрыв? Сейчас я вам его покажу. Против М-ки. М-16. Давай. Шмыляй по ним. Ну как вам? Бабах. Настоящая отечественная война. А что если сделать такую отечественную войну? Вот это не война отечественная. 33. Вот. Стоимость одинаковая. Великая отечественная война. Стоп. На заново. Ну что это за бочка им прилетела только что? Они с неба летают? Мне кажется, немцы победят. Да. Че, устроились? Что вы делаете? А это что?
Чё ты, чё ты, чё ты, чё ты сидишь, женщина? Чё-то на воздухе висело. Они то же самое делают. Вот глупцы. Как дела? Что-то за сарделька-то плавлен. Я этого не ожидал, слышите? А я этого-то не ожидал. Может, его еще огонь подорвет? Может, вот этот огонь его подорвет? Почему они такие глупые? Да, это Третья мировая война. Там, где все мертвые валяются. Очистить и очистить. Эти баллиста против баллиста против баллиста против баллиста и против баллиста и против баллиста. Давайте. Как же они поворачивают-то смешно. Посмотрите еще раз. Бух. Убит. Бух, бух. Убит. Они так смешно поворачивают. Ладно, под конец видео самая крутая битва. Этот раз куча Трампов. Против кучи М-16. Сумма та же, заметьте. Начинаем. М-16 меньше, потому что они дороже стоят, а сумма одинаковая. Я за М-16, за белорусов. Ну да, они и побеждают. Давайте! На кого только не поворачиваю взгляд, всех убивают. Ну да, М-16 самба. Как же они стреляют группами. Что там, Трамп один застрял? Кто там? Все? Все вот это. Ну и ладно, надеюсь, вам понравилось это видео. Скоро увидимся. Ну и всем пока.